Добрый день всем моим телезрителям, подписчикам. Я сегодня решил снять маленький ролик об использовании моего чуда сколковского изобретения. Вот. Значит, у нас есть, я уже показывал как-то в прошлый раз, вот у нас есть замечательная приспособление в виде такой коробочки. Значит, эту коробочку мы берем с собой, положим ее здесь. Вот тут у меня с прошлого монтажа тут гадюшник остался, но это не, ничего страшного. Вот, значит, мы ее берем целиком. Вот, открыть. Значит, здесь у нас лежит всякое ненужное, может и нужное. Вот. Сегодня мне нужно сделать ремонтную заявку, так как я работаю сервис-инженером, и один из моих клиентов попросил повернуть камеру. Вот. Возможно, ничего не понадобится, но скорее всего, ну, 90%, если вы хотите добротно выполнить свою работу, нужны все-таки оснастка, инструменты. Значит, там камера используется в тяжелых условиях, поэтому будет взят вот этот обычный для протирки оптики компьютерный флакончик. Вот, мы его туда запарим, ну, куда-нибудь сюда вот, просто положим его туда, вот так. Вот, на всякий случай, чтобы нам больше, кроме вот этой штуки, не тащить ничего, мы возьмем еще с другого ящика просто инструментик маленький, ну, небольшой инструментик, я думаю, просто, а может мы и не так поступим. Значит, тащить вот этот, вот эту коробуху нужно по лестнице на высоту, поэтому для того, чтобы можно было тащить, мы берем из арсенала рюкзак. Вот рюкзак у нас есть. Вот он у нас здесь находится, где-то лежит. Вот мы его сейчас и вытащим. Вот. У меня их тут два рюкзака. Один из этих рюкзаков. Вот он, небольшой такой. Попробуем его использовать. Он, конечно, не казистый, бэушный, невзрачный. Вот, ну, мы его используем. Так, как бы мне приспособить? Вот сюда, может, поставлю вот так. Не видно, да? Вот. Берем этот рюкзачок. В нем у нас снаряжение. Здесь пояс высотный. Как говорится, тормоза придумал трус. Пояс высотный брать не буду. Там, в принципе, работа на лестнице. Вот. Будет взят только вот этот ящик. Ящик. Ящик попробуем сюда засунуть. Если он влезет. Пока он не влазит. Вот. Вот пока вот так вот. Можно, конечно, сделать круче. То есть ящик не брать с собой, а взять только вот, ящик кое-как влез. Значит, вот. Ящик у нас вложен, вот он. Теперь все видеокамеры современные, они нужно обязательно брать с собой. Тут вот такой безобразный наборчик шестигранников. Обязательно с собой брать шестигранники. Вот мы его положим тоже куда-нибудь, этот детский портфельчик, куда-нибудь сюда, поближе, так сказать. Вот.
Ну вот, собственно, что еще? Ну, можно еще в боковой карман кинуть какие-нибудь пассатишки на всякий случай. То есть вот возьмем из вот этого ящика. Вот у меня ящик тут есть. Есть кусачки. Пара отверток. Ни к чему не обязывающих. Вот, и есть вот такие вот. Я специально термотрубкой обсаживал щипчики. Вот мы это все бросим куда-нибудь. Ну, не знаю. Можно боковой карман, если влезет. Ну вот, что-то там лазит. Вот. Для чего это нужно? Там монтаж-то сделан, но на всякий случай. А вдруг? То есть, вдруг там что-то понадобится открутить или сделать. Такое бывает редко, что если вдруг, то в коробке может что-то сломаться или порваться. Поэтому берется все с собой на всякий случай. Вот. Конечно, у меня есть с большими инструментами. Вот. Ну, пока это. Там сумка в машине лежит. Вот. Все. Вот это я вот это возьму на себя. И еще я возьму одну лестницу. Сегодня у меня тут просторно. Я задействовал вторую комнату. Вот тут поскладывал все. Вот. Мне нужно задействовать лестницу. Тут пока у меня рекламная мастерская стоит без дела, потому что кончились материалы и, собственно, деньги кончились, как бы, чтобы закупиться. Пока у меня эта тема стоит. Вот. Беру лестницу, вот эту, большую. Хотя и хватит, и может быть маленькой. Посмотрим. Там нужно долезть до пожарного щита. Все, беру лестницу. Вот такой вот у нас сколковский вот аппарат. То есть возьму рюкзачок и лестницу. Вот. А еще я забыл ватку. В качестве протирки можно использовать, конечно, всякую там микрофибру, там еще всякое. Но я использую вот обычные диски. Женщины пользуются ими для протирки. Вот, вот диски. Их много не надо, несколько штук. Даже там, может быть, хватит одного или там два там диска, три. Хватит. Решите, молодой человек.